Всем привет! С вами Вольфрам, первый ярославский видеоблогер. Недавно купил я себе пистолет, потому что вещь это необходимая. Уже походил с ним, даже испробовал его, чтобы рука хоть привыкла. Пока его заряжал, этот пистолет, потерял пружину, она у меня упала в колодец. Искал эту пружину с магнитом, магнит привязал к веревочке и искал, водил в этом колодце, думал, не найду. Но в итоге нашел все-таки эту пружину. Размер он небольшой, ее можно даже в кармане носить. Вот взял досочку вот такую вот, такой толщины. Сейчас мы его испробуем, этот пистолет. Вот он, собственно, этот пистолет. Так он выглядит, желтого цвета. Фирмы Стейр. Вес у нее небольшой, грамм, наверное, 700, где-то так. А пружину, которую я потерял, вот она. Как здесь? Так, вот она. Вот эта пружина. Я колодец пенополом обшивал, и эта пружина у меня упала. Колодец булькнулась, искал ее с магнитом. Хорошо, что нашел, потому что... Ух, скобы, вот такие скобочки. Здесь так заряжается это дело. Отлично работает. Такой вот результат. Здесь вот можно регулировать мощность забивания этих скоб. По часовой стрелке крутится, значит, на увеличение против часовой стрелки, на уменьшение. В принципе, хотелось бы что-то помощнее приобрести, потому что такой пистолет для каких-то небольших, незначительных работ. А если уж что-то серьезное нужно будет сделать, надо будет помощней. Кстати, с помощью этого пистолета я обшивку поменял на стуле дачном. Стул такой был старый уже, вся уже обшивка потертая. У меня был кусок ткани, такой специальный, такие пробники. И обшил стул с помощью этого пистолета. Вместе с оператором мы сделали такую работу. Буквально минут за 20, может 15. И теперь стул выглядит как новый. Так что советую приобрести эту вещь. Такой вот пистолет. Если у вас еще нету в хозяйстве. Нужная вещь. А с вами был Вольфрам. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки. Комментируйте. Этим видео делитесь в соцсетях с вашими друзьями, и дальше будет интересней.